Теперь я объясню, как правильно ходить. В мире Будо люди ходят в естественной позе, сидзентай. Нельзя ходить расхлябанно, раскачиваться или вилять бедрами. Следует ходить собрано. Теперь пример неправильной ходьбы. Плечи и бедра расхлябаны. Так ходить нельзя. При такой походке появляется много уязвимых мест. Если ходить расхлябанно, равновесие сохранить трудно и моментально отреагировать на атаку противника невозможно. Здесь центр тяжести ушел вверх, отреагировать на атаку невозможно. Это положение очень невыгодно. Обычно так ходят люди, когда хотят показаться сильными, но при этом легко потерять равновесие или даже упасть. Так ходить очень опасно. Далее. При правильной ходьбе, когда противник нападает, центр тяжести уходит вниз. Это дает возможность хладнокровно отреагировать на атаку. В данном случае есть время оценить действия противника. Центр тяжести опущен. Это позволяет быстро перейти к следующему приему. Старайтесь ходить таким образом.